Костя, у тебя лучший заезд был. Просто простой, как два пальца вообще. Итак, всем доброе утро. Сегодня, получается, уже третий день во Владивостоке. Что случилось? У меня, короче, обгорела правая рука после вчерашнего дня. Обгорело все лицо. Сложилось ощущение, что я просто по пустыне по какой-то бегал, потому что у меня просто все обветрилось. И в самом конце у меня не выдержало горло холодного пива, которое мы вчера пили в баре. И в итоге у меня жутко болит горло. Мы с Сергеем Леонидовичем и с Глебом не проснулись в 10.30, точнее, как в 10.30 мы должны уже были быть у тачки. В итоге сейчас я стою здесь только один. Все быстренько собираются и поедем позавтракаем к Тимону. Заберем его и затем поедем уже на прем-ринг. И надеюсь, что получится найти какую-нибудь аптеку по пути. Потому что чувствую себя так себе. И, кстати, сегодня не такое солнце, достаточно облачно и ветрено, но надеюсь, что распогодится и все-таки будет теплая погода здесь. Но, как мне известно, весь Приморский край славится такой переменчивой погодой, но мы будем надеяться на самые благоприятные осадки. Зарисовка называется «Поднять подняли, разбудить забыли». У меня, как всегда, я, знаете, самый трезвый в этой компании. Пока. Эй, красавчик. Почему ты такой бледный, Тимон? Приятного аппетита. Бери стул, садись. Все нормально. В общем, у нас здесь немного поменялось. Да вот чуть-чуть проехать ему сзади. Что? Да там курица за рулем. Что, тяжело тебе? Стой, Маня, тачка, еще тачка. Тяжело тебе, пизда. Короче, у нас тут небольшие перемены. Теперь у нас Маня водитель. Потому что мы с Глебом решили выпить. Мы на лимончели сидим. Да. Теперь рулит Маня, а мы тут втроем в дружной компании сзади сидим. Втроем в дружной компании. Докатили до трассы. Начались уже парные заезды. Идем сейчас всей командой смотреть их. Сергей Леонидович крайне здесь популярный, с ним фоткается просто каждый, империя тащит. Я уже предложил брать деньги тебе на дрифт, Макс. Мне на дрифт? Еще не надо, но тебе донатить будет. Не-не-не, донатить не надо. Ребята, донаты, это не ко мне. Это получается, ему будут платить за фото, а он будет тебе донатить. Не, он будет просто помогать. Помогать, да. Я неправильно слово подобрал просто, я не знаю значения его. Нашел диски мечты. Просто мега крутые золотые диски. Цыганские диски. Привет Стасу Рыбину. Цыганские движения во Владивостоке. Просто диски бомба. Это прям огонь. Просто пожар. Просто диски бомба. Диски огонь. Диски просто охренительные. Съемка от Севы. Давай за Рубин. Сева, сколько я тебе буду должен? Я ж не рассчитаюсь с тобой потом. Сева, прекращай.
Сева, красавчик. На грани. Где вейп и этот, блин, спиннер? Блин, спиннер там, брат. Давай, давай, ищи вейп и спиннер. Нужно собрать комбо. Стоя, там, да, можно. Нужно комбо. Трешечка все, ладно. Че, как, Ваня что-то прибрался немножко, что ли? Чуть-чуть. Иду к Лехе Козлову. Леха, блядь, я так за тебя топил. Что случилось? Тачка срет? Бля, ну не расстраивайся. Вон еще один хер оставил пилот. Что происходит? Я сейчас не подходи к нему. Ну, блядь, что такое? Да ничего, от него... Блядь, постановка просто пизда была. Макс, понимаешь, блядь, трасса простая, как два пальца вообще. А я за отсутствие опыта про прогрев морды на тренировке мне последний раз показалось, что морда не цеплялась, а на самом деле это была не морда, меня проглючила. И жопу мы очень сильно спустили, а морду подняли. И морда не цеплялась, и я из-за долбоебизма своего не прогрел. Мне кажется, там мог, не прогрел, в принципе, морду, выехал. Не прогрел морду и поехал на вообще недержачной морде. Поставился и ее прям... Ну, это вообще идиотизм. С бэкварда с того, по-моему, мог выехать. Да. Ты коррекцию какую-то сделал, да, и что-то там подвыпрямился. Там, да, просто газ, да, мне кажется, надо было нажать. Слушай, а там газ в полу был сразу после бэкварда. Сразу. Я ее ловил этим сам. Да. Я сейчас буду на разгоне. Ну ладно, все обязательно получится. Тебе, как дебютанту в этом году, все прощается. Да. В следующем году просто три шкуры будем брать. Да, 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 согласен. Вроде весь сезон общались, но что-то как-то его тачку подснять не получалось. Тут такой вот 7-й ЛС, судя по всему. С диким впуском. Сейчас внутри подсниму. Внутри должно быть тесно. Внутри должно быть вообще прям все по красоте. А, мотековская стартовая панель. Если я не ошибаюсь, такой вот ручничок бодрый. Samsung Sequential. Приборка аимовская. Ну и как бы так в основном. Все достаточно аккуратно, не заколхожено. Грустный, Андрюха. Что, все? Бэха не тащит, да? Да не бэха не тащит, делает максимум. На 950 момент еще клочки как дал. Она у тебя весь сезон отбегала? Пол сезона, я в Сочи одну вилку сломал. Вот. А Илюха, вот он то же самое сетап, все то же самое. Он сезон ездит, справляется. Тот сезон, наверное, 600 силок на джей катались, то есть все в порядке. Ну, тут вопрос к тому, что здесь. Реально случай, плюс еще сцепы бездемпферные, поэтому нагрузка здесь реально. Я сейчас вот весь вент вот этот работал с подвеской, ну, чтобы темп иметь и так далее, то есть там держака появилось гораздо больше, чем было. И тут затычный момент, в самом затычном моменте, еще когда даешь максимальную, ну, нагрузку на той же передаче, то есть реально там все просто собирается в одном моменте и вывалилось. Ну, у тебя на первом заезде же, да, она сдохла? Да, к сожалению, первый заезд, и... А с тобой была запасная? Да, мы уже все поставили, сделали, просто-напросто за 15 минут, то есть короткий сессий. Ну, понятно, нереально, да. Нереально. То есть я получил 80, там, почти 81 балл за то, что проехал. То есть мне оставалось там еще практически... Ну, два там сектора, да. Да, и мне их списали, и 80 баллов. То есть там я ехал, реально, там, 96, 97, 98, то есть, ну, хорошие баллы. Ну, 81 балл здесь не проходил, 35-й. Ну ладненько, да, бывает. Тро, японский тюнинг. Это сделай мне кальян. Да-да-да. Жестко. И фендера из уплотнителя спереди. А так вообще все максимально стоковое внутри. Торпеда попиленная, куча проводов. Просто решает техника и знание тачки. Вот эта машина Дайга стоит. Ну как тебе, Никит? Вообще, можно к вам машину? Просто Икея, ага, просто. Нихуя себе Икея. Бедра, но чуваки настолько крутые делают, что они результативы. Так-то машина сделана. Вкусная, похабная, честно. Не, спору нет. Ребята подарили такую крутую картину. Идет уже вторая восьмерка, парная, которая катается. И сейчас Жига поедет с Марком 90.
там прям какое-то, думаю, сейчас будет мясцо, но это не точно, как говорится, и после этого вроде будет опять перерыв, и начнется квалификация чуваков, которые сейчас прошли там эти 24, с чуваками, которые вчера вышли в топ-8, ну, лучших пилотов, и вместе с японцами будут квалифицироваться. В общем, должно быть достаточно интересно сейчас это посмотреть. Ждем заезда. Ну, заезд говно, объективно. Но Марк 90-ик на самом деле выглядит очень бодро. И я уже показывал его ранее, он реально очень красивый, стильный. И не заколпошен. Что? Джига просто сломалась, походу. Так бы она это... Ну, это не оправдание, не думаю. Стопудово. Да нет. Выезжают уже все на прогрев, тренировки, и начнется общая квалификация уже наших пилотов и японских. Вот все уже готовятся и выкатываются потихонечку. Вон Аркаша тоже. Все маленько перегрелись на солнышке и устали сидеть на пластиковых сиденьях и перебрались в кафе. Ваня, Сергей Леонидович. Первая группа российских пилотов на общей квалификации. Что первую группу, наверное, посмотрим здесь, а потом пойдем опять. Готовились с Маней сейчас на автосимуляторах. Такая достаточно странная штука. Не совсем сразу понимаешь, как ведет себя машина, потому что нет с ней связи. И очень сильно решает тот вид, от которого ты едешь. Нужно выбирать, короче, вид от первого лица, грубо говоря, перед передним бампером. И чтоб прям ты видел только трассу, и начинаешь с каждым кругом вкатываться, и получилось там побить какое-то общее время, там, минута 46, что-то такое. В общем, кайфово, и прям хочется еще, думаю, завтра можно будет все вместе сесть и попробовать устроить там какой-нибудь мини-чемпионат. Может быть, тут есть какое-нибудь красное кольцо. И очень интересно еще дрифт попробовать на самом деле. Но думаю, уже завтра. Причине! Серебро!
одна только, которая едет посерединке. Это ебучий глиттер, бля, все испоганит. Ты ебаная. Может, правый стоп заработает. Иди отсюда, это не кеттер, это хуйня на палке. Это не кеттер, правильно. А? Правильно, типа. А вот это теперь нормальная тачка спереди. Хуета какая. Вы снимаете, да? Да. Сергей Леонидович, вы не хотите поработать с моим оператором? Давай, давай, поработай. Почему? То есть моим вы не хотите поработать? Я еду за рулем и снимаю, да? Давай, Маня, нам правый ряд надо. Не сейчас, следующий. Маня, дави и уходит. Давай, Леонидович, двух рук хуяч. С двумя пушками. Нам вот сюда, да? Да. Все, Сергей, может, уже не с двух рук. В общем, это первая BMW, встреченная во Владивостоке. И не просто BMW, а BMW i8. На местных номерах. Круто. Мы пришли ужинать в ресторан. Называется «Из Бразери». Сейчас посмотрим, чем тут и как тут кормят. А обзор на ресторан ждите на канале Evil Empire. Да, Сергей Леонидович? Обзор, да, будет. Да. Мы покажем, где у них хранится дохлая рыба. В общем, последний день уже в самом разгаре. Сидим на трибуне «Автопрофи» вместе с Сашей, Никитой Шиковым, Сергеем Леонидовичем. И смотрим уже парные заезды. Сейчас будет видно, за что с маленьким углом и на сильных коррекциях. Вот, видишь, маленький угол и такие коррекции. Ну, в принципе, да. Сейчас мы видим на повторе. Ну, он тут вообще прямо ехал. Сейчас второй. И вот у меня там... Что подметить в этом поезде, но я вот свое мнение придерживаю. Вот здесь вот хорошо, конечно. Сделай дикую эмоцию, если Аркаш сейчас выиграет, пожалуйста. Прям я уже камеру возьму, сейчас выиграю. Это счастье, знаешь, как эти суперзвезды гитары кидают? Постановка.
У нас есть результат, друзья! Да подождите, надо. 6-5 на 7-5, то есть плюс 1. Но! Rank Judge, это говорит нам о том, что по лидерству будет выбран победитель этой пары. И, насколько я понимаю, понимаю я абсолютно правильно, Аркадий Цареградцев в топ-8! У форварда, ребят, кипит работа. Гоча в топ-8, поедет с Аркаши Цареградцевым. Меняют резину. В доме Егора докручивают колеса. В общем, сейчас будет традиционное красноярское дерби в топ-8. Но Гоча однозначно попал уже в топ-4. Плюс 2. И есть шанс туда протащить Аркашу путем голосования. Но будет видно, получится ли. Вот так все выглядит в техпарке. Полная такая суета, все готовятся. Там он убрал ситуацию Хибину. Непонятно, как я пропустил начало заезда. Там Гоча, Тегасайта готовится, Кавабата, Андрей впереди, если я не путаю. И он там еще Рыкса, не Рыкса, по-моему, а PSX, если я не путаю, тоже готовится к заезду. В общем, так, плотненько все от Супра Хибина. Но жидкости вроде никакой нет. И визуально вроде не так все плохо. Но вот будет интересно, что там произошло. Едет он на резине Зестина. Он сверху, я так понимаю, это ДОС, который выставляет все баллы. Но в целом вроде все нормально с тачкой, как по мне. Следующий заезд. Костю Авшарова дисквалифицировали за опасную езду. Здесь все достаточно крайне сурово и сложно. Сейчас поедет. Ну и в общем, Хибина в топ-4. Сейчас поедет Андрей Передей. Простите, пожалуйста, если это не Андрей. В общем, Передей с Кавабадой сейчас поедет. Чайзер против ГТРа 35-го. Нет. Есть. 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 Есть.
сейчас идет выбор пилота, который благодаря голосованию попадает в этап топ-4. Движемся дальше. И уже не флаешь и момент. Следующая участница. Чем громче мы кричим. Валерия Маколозова. Ура! Тем больше вероятности, что пилот попадет. Александр Буча. Макар Черны. Вот. Тимон за всех. Ага. Движемся дальше. Максим Седых. Илья Федоров. Еще один пилот из Таиланда. Понд. Алексей Леньков. Минус 3-1. Орем, скажи, по сути. Дальше движемся. Аркадий Царегадзе. Действительно. И за Дамира задаем. Движемся далее. Дамир и Диатолия. Ты дракона включил. Битва Никиты Анатольевича. Слушай, ну Анатольевич просто король ночи стал. Оседлал дракона и просто... Не, поорем, посмотрим, что... Тайго Сайто! Ну, слушайте, за наших пилотов кричали больше, потому что здесь сейчас 102,4. 102,4. Таким образом... Только что голос сел уже публика, мы пытались. Выпил на сел. Тайга, сори. Тайга, прости, если ты смотришь блог. Если вы смотрите мой блог. Начинают разгон, я буду сейчас...
Ну что, финал. Набирают скорость автомобили. Это заезд за третье место. Леха, суба специально для тебя. Очень, по-моему, аккуратная и симпатичная. Я не фанат Subaru, но эта машина однозначно заслуживает внимания. Очень аккуратно и стильно сделана. Прям максимальный стиль. Прям очень-очень-очень-очень кайфовая Subaru. Ставим лайк за субу, ребят. Все закончилось. Состояние на ноль. Потому что у меня не дышит нос, у меня все щекочет, все чешется. Я чихаю, у меня болит горло. В общем, состояние максимально удручающее. К тому же разболелась спина, потому что целый день сидел на стуле этом. Сейчас, наверное, поеду в отель. Ребята, может быть, поедут, покатаются, посмотрят что-то. Но я буду лечиться, чтобы хоть вечером куда-то все вместе посидеть, можно было выбраться. Надеюсь, что вам этот трип понравился. Так что ставьте ваши лайки. Да, Мань, ставьте лайки. Конечно. И за Манечку лайк. С каждого пацана лайк за Манечку. Нормально сейчас поднялся. В общем, еду уже по ЗСД. Прилетели мы. Долетели хорошо. Перелет из Москвы до... Ой, из Владивостока до Москвы вообще как-то не ощутился. Даже в экономе. Я проспал 5,5 часов, потом часок побродил, покушал, досмотрел фильм, и мы приземлились. Потом часочек подождали следующий рейс, долетели до Питера, единственное, минут 30, наверное, кружили над ним. Потому что сегодня какая-то аномальная погода, туман, я слышал, что 20 рейсов, по-моему, вообще сегодня не давали посадку. И вот, да. И мы, короче, немножко погружились, сели, и все, вот, вообще все четко. Если бы не простуда, впечатление вообще было бы максимально крутое. Так, чего хотелось бы сказать. Не понимаю, с чего такой весь сыр-бор, что это самое крутое мероприятие. Я говорю сейчас именно как бы про мероприятие дрифта в России. Я считаю, что самое серьезное, это как минимум РДС. И сильнее РДС Запад сейчас ничего нет. Да, круто, что приехали японцы, но если бы не японцы, наверное, бы никто на Т1 и, в принципе, и не приехал. Потому что все пилоты катают между собой, а какую-то там серьезную школу приморского дрифта я как зритель, в первую очередь, я говорю, как зритель, не как пилот. Потому что сейчас, я знаю, польются куча комментариев, что я сам ездить не умею, бла-бла-бла. Я рассуждаю как зритель, я рассуждаю не как пилот, потому что у меня нет опыта, и
я там не гоча, чтобы сказать, а вот там ты там хреново проехал. Я смотрю, как зрители, как едет народ, и как едет народ в других чемпионатах, в других там странах и так далее. Чего-то там такого баснословного я не увидел. Вот. Вот так в целом все здорово. Почти все дни была солнечная погода. Мы прекрасно провели время, побывали в хороших ресторанах. Это моя не первая поездка в Владивосток, поэтому особо в углубление города, в углубление изучения города я не вдавался. Так что все здорово. И самое интересное, если кто-то дождал до этого, дождался этого момента, будет розыгрыш призов. Я привез плед, я привез толстовку, я привез футболку. Там еще какие-то наклейки, бейджики. В общем, наверное, призов 8 или 7, где-то так наберется. Кепка еще есть. Вот. Вы... Сейчас расскажу про условия. Нужно быть подписанным на мой канал, подписанным на мой инстаграм, репостнуть запись ВКонтакте к себе на стенку и написать комментарий снизу, здесь на ютубе, участвую в конкурсе. И прикрепить снизу свою ссылку на инстаграм и на контакт, чтобы, если вы вдруг победите, я смог перейти по ссылочкам, быстренько все проверить и написать тебе: чувак, ты красавчик, ты выиграл приз. Вот, разыграем, я думаю, наверное, на следующей неделе. Розыгрыш, скорее всего, будет у меня в инстаграме. Сделаем трансляцию, либо, возможно, даже на ютубе. Посмотрим, я думаю, это не так важно. Так что следите за новостями. Очень приятно, что меня смотрите. У вас уже 86, может быть, даже на момент ролика будет 87. Еще чуть-чуть, и мы догоним ЛКМ. Так что подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Я надеюсь, что вам понравился выпуск. И мне он тоже понравился. Очень классная компания. Безумно всегда приятно летать с Сергеем Леонидовичем, с Маней. И вот Глеб тоже в этот раз поехал. Мега дружеская атмосфера. Живем душа в душу, так сказать. Все, я уже почти дома. Короче, рассказываю, блядь. Я не понимаю, почему все так люто топят за Домнина. Потому что, типа, мега простой пацан, блядь, едет на Жиге, блядь, в D1. Короче, у меня, блядь, другой пример. Мега крутой, охуенный, простой пацан, блядь, с Камчатки, Леха Козлов. Я уже вам про него рассказывал, но, как бы, просто чувак сам собрал в гараже. Только будешь пиздеть. Да, блядь, сам собрал в гараже, блядь, охуительную кресту. Погнали. Лех тут немного таскает вас лайка. Просто как бы собрано собственноручно. Бля, ну я уже про нее рассказывал. Просто сейчас Леха расскажет более чуть профессионально. Что, у тебя своим. Микрофона нет или у тебя хорошо записывается звук? Не, мы это, нищеброды. У нас нет петлички, да. Мы пишем просто на камеру. Короче, это крест все с первым кузове. Для меня, если честно, все тут докопались во Владивостоке. Типа, расскажи, покажи, открой капот и тому подобное. Да. Креста 71 кузове на 2 GZ, на стоковой коробке, на нормальном сцеплении, на ниссановской подвеске. Может быть, и к сожалению, но не знаю, мне пока все вкатывает. Вот. Полностью отстроено, то есть все хорошо, все ништяк. Единственная проблема у меня в этом сезоне была это с рейкой. Отлегали рейки, короче, я вот решил поставить GZX81. Сейчас все круто, все мега офигенно. Вот. На 265-м колесе, 255-е. Хорошо поет. Привет. Ты сам, Леш, тачку собирал? Да, конечно, все сам. И за свой счет, без спонсоров. Без никаких спонсоров. Все за свои денежки. Ну вот, как бы, чуваки, вот это пиздатый повод. Ну, лично, как по мне. Просто пиздец, меня вчера там срач в комментариях в инстаграме было, как бы, за жигулиста. Что, типа, пиздец, там чуть ли не кланяться ему надо, что он сюда доехал. Сам, блядь, все там сделано. Я как бы не понял. У меня вот пример, блядь, простой по пацан без спонсоров, без всего. Реально, блядь. И посмотрите, как бы, вот на вот эту вот девочку. Девочка. Просто, да, это не, это, блядь, это просто произведение искусства. Как бы во всем должен быть стиль, и во всем везде должна быть аккуратность. Все должно быть круто, аккуратно сделано. Ведь вы, если едете на соревнования, как вы считаете, самое топовое в России, вы как бы должны соответствовать ему, как ни крути, приехать не абы на чем,
И ничего не говорю, я как бы не знаком с пилотом, с Домниным. И не знаю, что он за чувак, и ничего против него как бы не имею. Просто высказываю свой протест против аудитории, которая непонятно топит и пытается мне лично что-то доказать, что я якобы не за тех болею, блядь. Да идите вы, ну нахуй, реально. Мне как бы есть кореш, блядь, за которого я тут топил просто как мог, и голосовали бы всей аудиторией, но как бы голосовать можно только кто сегодня катал, поэтому, блядь, Лёхе шанс не получится подарить. Я как бы сам себя вчера слил, вот, ну и мотор чуть-чуть подвёл. Ну и ты как бы готовился целый год, получается, к этому этапу. С октября месяца. Да, поэтому как бы... Я в октябре её разобрал, а в начале ноября полностью до основания и полностью сам, ну мне парнишка помог. Который со мной работал, он мне помогал немножко, ему большой респект. Вот, пожалуйста. Ну, как бы объективно, за год получается почти. Нет, я в мае уже выехал. Ноябрь, декабрь. Когда ты в апреле? Да, не, разобрал, когда? 6. Вот, готовиться, когда начал? В ноябре. Ну, год. Ноябре. Объективно год ты начал уже подготовку. Ну да. Ну вот как бы за год подготовить тачку и приехать на D1, нет, как мне кажется. Полгода. Объективно можно, не выезжая ни на какие этапы и собираясь как бы только на один. Я не знаю, может быть, вы не согласны с этим мнением, вы можете написать это в комментариях ниже. Поэтому Леха красавчик, обожаю его, жду с нетерпением в Питере. Ждем Леху на Западе. Я уверен, что у него появится дикое количество фанатов данного кузова и самого Лехи. Так что желаем Лехе успехов в дальнейшем. Леха, ты красавчик. Пойду по кару по крышке отвезу. Очень приятна была поддержка ребят, которые живут во Владике и приехали там из других городов, которые подходили, фотографировались, респектовали. Очень много к Сергею Леонидовичу с Мани подходили, даже больше, чем ко мне. Реально круто, народ смотрит, народ узнает. Безумно приятна вся эта поддержка ваша. Значит, мы все-таки все вместе делаем что-то правильное, и народ нас уважает, смотрит, и это не может не радовать и не толкать на дальнейшие какие-то съемки, движухи. Так что спасибо вам большое. С вами был Максим Тищенко. До нового блога. Пока-пока.